раунде в Лиге Европы. Это второе поражение подряд в европейском турнире. Причем уступал Марсель, 0 выбивает его в поле. Линия обороны. 23-й, Роландо 6-й, Нкулу 3-й и Хави Манкильо справа 2-й. Вот сейчас как раз большинство мячей в середине Лиль выигрывает. И вот из этого вырастает Буфаль. Вот теперь на своей половине поля. Очень он активен пока, дайте Марселя. Так, ну давайте за этой атакой Лили посмотрим. Ох, Буфаль наступил. Буфаль оказался теперь справа. Бальмон играет с Буфалем. Там Сидибе пытается поддержать атаку. Ну, а это хорошо. Мартен подыграл. Передача в центр. Ну, идет розыгрыш. И, собственно говоря, вместе с Хатемом Бен Арфа. На сей раз чуть в сторонке. А бить, судя по всему, будет Буфаль. Мандамда после угловых. Все там делают полевые игроки за него. Так, ну а вот как Буфаль протащил мяч через четверть. И Марсель повел. 1-0. Начинается второй тайм. И начинается с атаки Лиля. Буфаль. Передача. Ну, опять там арбитр разрешает борьбу жесткую. Доска. Пока в пользу Марселя все складывается. А что касается Марселя, у него в следующем туре встреча с Нантом. А Нант тоже такая непонятная. Он вообще поскользнулся и мяч отдал. И атака Лилля, и штрафной здесь, и за срыв атаки. Гамонный там может как-то мяч подержать и... Даже если партнеры помогают что-то придумать в атаке. Нет, опять приходится обороняться. Пошел вперед. У него важные матчи. А на сегодня все. Напоминаем еще раз, кто забивал. 2-0.